Платона. Ну почему ты меня так называешь? Я не поняла. Я давно смотрел, конечно, фильм. А что там, чё? Объясни мне. Ну там чувак был. О, Соломон. Появился. Так, пошли посмотрим поближе. Ну, когда его в рабство забрали, ему дали новое имя Плат. Шляпа Акуни, да? Чё, шляп? Шляпа Акуни. Так, я его хочу на эту, на запчасти пустить. Сделать из него костюмчик. Костюм. Чё там за живот? Не то. Слушай, а шляпки-то так себе, знаешь, я тебе скажу, такие себе можно. Не понял, а вы что-то вместе делаете или нет? Ну чё, сработал мой план? Белые перчатки более-менее, остальное всё говно. Так, вот. Шляпа из аллигатора, это же из сюжетки, да, шляпа из аллигатора? Шляпа, ну, это же аллигатор, интересно. Пошли, кстати, тоже его добудем. У бабы это задание. Запросто. Тебе какой? Тебе какой костюм нужен? Ну давайте все вместе сходим. Ну, там их два. Ова. Ну я еще пока ни один не получал. Нет, давай, сейчас давайте все вместе сходим. Вы меня слышите, нет? Садись ко мне. А остальные что, не пойдут? Вы что, не хотите остальные? Мы не пойдем. Куртка. О, это куртка еще, да, добавилась одна. Так, Макс, у кого нет? А я их положил? Пока нет, я смотрел. Она исчезла, что ли? Макс, а ты пойдешь? Ой, какой пиджак красивый. Ой, пальто Маршал добавили. Нет. А, нет, здесь. Ой, Катя, какая садитесь. Куртка. Катя под корсет. Ой, Катя, ты должна это видеть. Какая. Короче, короткая такая куртка.